читай. Что такое? Хватит дурака валять. Давай поиграем в игру. Это же Дженга. Давай, вот. Конечно. Ты знаешь, как играть? Да. А я не знаю. Давай. Сейчас я тебе расскажу. Ну-ка, рассказывай. Так, хватит. Я ее достану. Вот. Ну, куда ты бросаешь? Ну, все, отстань. Так, сейчас мы ее откроем. Вот. Короче, сейчас я ее достану. Ну, ребята, сейчас посмотрим, что там за игра. Мы такую игру... Ты никогда не играла в Дженгу? Нет, я не знаю такую игру. Ужас. Ну-ка, давай поиграем. Так, поиграемся. Ой, посмотри, что. А зачем ты высыпал? Ой, упал. Посмотрите, сколько... Эти палочки какие. Палочки какие. Ужас один. Собака. Иди отсюда. Собака лезет к нам. Тоже да. Играть хочет. Иди сюда, да, иди сюда. Иди сюда, ко мне иди. А видите, да, в кадре. Видите, тоже поиграть. И не говнилось. Вот, короче, ладно, играем. Суть игры, смотри, суть игры, что мы должны с тобой вот так собрать кубики. Лапу дает, дай лапу. Что, она мешает мне снимать ролики? Не мешает. Мы должны вот так вот, что она делает, я не понимаю. Ну давай, показывай. Фу. Иди. Короче. Сейчас давай вот так собирать. Вместе собираем. Помогай. А как? Ну вот так бери в три в ряд. Смотри, нет, бери три в ряд. Давайте попробуем. Вот берем, ребят, три в ряд. Вот таких вот. Вот так. Вот, и вот так ставим. То есть, ну, противоположно друг другу. Видите как? Вот, видите, ребят? Три в ряд. Да. Вот так. Мы сейчас так долго делать будем. Да не будем долго, давай быстренько. Ребята замучаются ждать. Иди ко мне. Не надо, давай складывай. Она, нет, она есть хочет. Она покушала только что. Вот мы как. Ой, какой домик мы сделали. Ой, какой красивый домик. Что-то странно как-то. У нас две остаются, да? А, нет, три. Нет, три. Вот три. Все. Ровненько делаем, да, красивенько. Ровненько. Смотрите, ребят, получилась такая башенка. И теперь мы должны с тобой вытаскивать по одной снизу и наверх доставлять. Снизу? Да, снизу, снизу, конечно же. Ну нет, можешь откуда угодно, можешь откуда угодно вообще. Откуда угодно, ну, ладно, наверх. Попробуем. Давайте, я начну первый, потому что я китайка. Так, давай. Там еще... Давайте вот так, я начинаю отсюда. Ой, она-то... Ужас. Мне кажется, я сейчас сразу же проиграю. Ребят, условия, самое главное условие, что мы играем на желание. Тот, у кого упадет башня, тот выполняет желание победителя. Давай. А ты придумал желание? Я придумал, давай. Ой, вытаскивай, ну вытаскивай. Так, ну что там вытаскивать? Давай, вытаскивай. Сейчас. А придерживать можно? Ну, придерживай. Ой, ребята. Во, вытащила. Она сейчас упадет. Как-то опасно, да. Да, опасно, я снизу вытащила. Пипец. А я тоже, как бы, знаете, нет. А ты отсюда вытащил, во. Нельзя, я по очереди играю. Ну, давай тогда. Что ты делаешь? Ну, давай тогда я воткну назад. Все. Банка! Еще раз. Ой, какой ужас. Вот так вот бабушка играет. Раз и все сломала, потому что бабушка не умеет. Это же китайка, он все умеет. Я сейчас мешать ему не буду, а он будет сам. Я помогу ему сейчас собрать быстренько. Вот. Давай, бабушка, еще раз, по новой. Давай, я уже не буду мешать. Нет, тебе. Как? Не... А, ну да, ты, не... Надо... ты своими тяпками не лезь. Вот ясно? Тяпки мои. Я не понимаю, с чего она лезет? Ты же китайка придумал игру. Ну да. Ребята, вы играли в такую игру? Потом напишите в комментариях. Играли вы в такую игру? Вот. Я в детстве играл мы в Дженгу. Мы первый раз только. Нет, я в детстве в школе играл в Дженгу. Лично я первый раз играю в такую игру. Просто знаете, ребят, в чем эта Дженга отличается? То, что она, как сказать... Она мега скользкая. Ой, есть Дженга, которая из дерева, она не скользкая. А это прям вот, ребят, смотрите, видишь, они вот. Она очень-очень скользкая. Вы потом напишите в комментарии, кто играл в Дженгу. Да. У кого получилось собрать, разобрать, вытащить, у кого много. Все, мы собрали. Так, еще раз сейчас так сделаем. Все.
Ребят, начинаем все по новой. Смотри, когда я что-то делаю, ты мне не мешаешь, я тебе не мешаю. Все. Ладно. Ой, я буду наблюдать. Я наблюдать буду. Бабушка будет наблюдать. Давай. Так, поехали. Когда вдвоем, то это плохо. А почему с самого низа надо вытаскивать? Ну, я хочу с самого низа. Все, давай, теперь твоя очередь. Ты можешь придерживать. А что, обязательно придерживать? А, ну так. Ты, ну, ты просто логически думай так, чтобы не упала башня. Ну, вот. Если ты берешь с края, то ты уже, ну, как бы... Ну, вот, так, она не упадет, башня. Теперь я. Ну, не тряси. Да не тряси. Ну, не тряси. Не трясу. Серединки. Вон, в серединке. Я хочу отсюда. А, упадет уже. Не упадет. Если отсюда... Ой, то... ребят, я сразу... Он сразу две вытащил. Во как. Вы видали такое? Китайка может... А ну-ка сейчас. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так вот. Что она делает? Да бабушка, блин. Безрукая. Вот так. Да, вот так. Вот, надо ровно ее держать. Ровно, она должна серединки быть. Вон. Тут серединки. Все, да, отстань. Ну, я... Ты вот смотри, смотри, они вытаскивают. Что ты делаешь? Что... Ребята, они во как вытаскиваются. Что ты делаешь? А ребята, она играет не по правилам. Если надо по очереди это делать, посмотрите, что она делает. Она сама все вытаскивает. Бабушка учится. Опа. Опа. Посмотрите. Я теперь поняла, как играть эту игру. Что вот, ты там поняла? По серединам, по серединке вытаскиваешь. И все, по краям не надо. А только по серединке, видишь, в серединке тут дырки. Все. И тут дырки, правда, ребята? Вот так, бабушка все поняла. Что ты там поняла? Китаечка, поняла. А теперь ты. В серединке, что ты поняла? Я как хочу, так я могу доставать, как я хочу. Ну, я так не смогу. Доставай. Ну, я вот так вот, я только в серединке буду вытаскивать. Вот так, раз. И серединки. А ты по краям, у тебя домик упадет. Мы сейчас ему... Какое мы там придумаем ему? Опа. Вот так поправить надо. Вот так. Вот так поправить. Теперь вон. Моя очередь. А теперь твоя очередь. Видишь, какие дырочки тут? Я хочу вот так. Опасно. А-а-а. Да, чтобы она посередине вот не вытаскивала. Давай. Да, я с другой стороны посередине давай. Вытащу. Опа. Да, я посередине вытащу. Угу. У меня еще там раз, два. Хорошо. Ага, а куда ты лезешь? А вот так. Ой, ребята, что он сделал? Давай. Ну, теперь опасно, конечно. У тебя-то... Ты потому что на одной досточке а оставил. А я специально, чтобы ты это, чтобы ты проиграл. Тогда ладно, тогда мы поднимемся выше. Ой, бляха. Ой. Все. Ребят, она проиграла. Ребята, вы видели, что он сделал? Я не толкал. Чтоб специально я не толкал. Не надо врать, я не толкал. Это одним словом, китайка. Ты сама проиграла. Ребята, я не толкал. Он мне хочет задание делать. Я не толкал. Ну, правда. Кто видел, что я... Ну, реально, я не толкал. Ребята, короче, ребят. Напишите. Толкнул он стол вот так вот, правда? Ребят, напишите, бабушка проиграла. А теперь она будет выполнять мое задание. Ребята, ну что? Пусть бабушка выполняет мое задание. А задание будет, пусть она попрыгает на ноге 40 раз. Бабушка, прыгай на ноге. С ума сошел, что ли, 40 да, раз? Прыгай. За то, что он стол перевернул? Я его не... Я прыгать должен. Не надо врать. Ладно. Вообще-то я играл по правилам. Я его не... Он вечно обманывает. Я не обманывал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, пятнадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, девять, тридцать, тринадцать. 36, 37, 38, 39, 40. Молодец, ты выполнил задание. Эх ты. Ты бабушку подвел, заставил прыгать. Ребята, то, что ты стол перевернул. Я его не переворачивал. Ты проиграла. Ребята, напишите. Ты проиграла. Ребята, он... пишите в комментариях, кто прав, а кто не прав. В комментариях. Ой, да, я блин, уже повторился. Короче, китайка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вас любим. Пока-пока.